К настоящему моменту известны предварительные итоги голосования на выборах губернатора края и главы Бждуховского сельского поселения Белореченского района. Средняя явка избирателей в Краснодарском крае по предварительной информации составляет 46,35%. В выборной кампании участвовали 5 кандидатов. По последним данным, в Рио губернатора Кубани Вениамин Кондратьев, кандидат от «Единой России», получил 83,67% голосов. Он опережает следующего за ним Николая Осадчева, у представителя КПРФ 7,85%. За депутата Госдумы от «Справедливой России» Андрея Руденко проголосовали 3,18%. Представляющий ЛДПР Сергей Фисюк получил 1,9%. Виктор Пономарев из «Социальной защиты» 1,67%. Явка на выборах губернатора края в Белореченском районе составила более 40%. За Вениамина Кондратьева свои голоса отдали почти 80% белореченцев, пришедших на выборы. В единый день голосования в районе прошли и досрочные выборы главы Бжедуховского сельского поселения. Почти 73% числа избирателей, принявших участие в голосовании, набрал исполняющий обязанности главы Бжедуховского сельского поселения Вячеслав Асланович Схапцыжук.